Доброго времени суток, дорогие детишки. А хотите хохму расскажу? Ехал я тут в пятницу на работу. Ну как ехал? Выхожу я с утра, значит, из подъезда. Из парадной. На улицу, дабы съездить на работу. А было это 2 июня. Июня 2. А на улице снег идет, я такой. Классно. Шедеврально вообще. Шикарная композиция, я бы даже заметил. Такого я еще не видел, честно говоря. Чтобы в нашей очень средней полосе 2 июня снег шел. В мае я еще мог понять. Но даже это было. Несколько перебор. А тут такое. Что-то тут как-то навалено много говна всякого. Я как-то даже не помню этого места. А если мне надо будет убежать резко? Стремительно. Потому что это вполне возможный исход событий. Когда меня уже выпустят с этой... Ишимуры. А, я помню это место. Я помню это место по первой части, а как тут, я не знаю. О, как я. Какой я меткий, блин. Ёпт. Хм. Ну и в какой момент начнется Ахтунг? Я реально хочу отсюда уйти. Нахер иди. На полбу. Еще по губам вот так вот. Эй-эй-эй. Поводить. Просто накал пафосного превозмогания в последнее время. Тут как бы... Что я сделал? Я имел в виду перезарядить. Накал пафосного превозмогания в последних эпизодах слишком велик. Я, по-моему, очень сильно опрометчиваю эти мины. Так, ставлю. О, здорово. Потому что они... ну... Слышь, мужик? Блядь. Ты что делаешь? Скотина. То, что мне бы серьезно здесь пройти пришлось. А они могли бы и меня подзорвать таким образом. Что было бы не очень приятно. Обожди. Сука, да сколько вас там? Может, хорош? Я из-за этих просто электрических разрядов не слышу ни хера, что происходит. Ну. Получается, они выскакивают очень внезапно. А нафига... Блять, ну что ты делаешь, ну... Твою маму 8 раз, блин, ну нахера? У меня полное здоровье было. Почему можно сожрать аптечку тогда, когда я не хочу, блин? Я случайно, блядь, нажал 2 кнопку. Получился писец. Сука. Задрало это уже, блин, ей-богу. Я вам так могу заметить. Обидно. Была такая большая, хорошая, вкусная аптечка. А теперь нету ни хера. Буду бомжевать, блин. Надо ли мне за каким... Еп.
Да иди ты нахер, блядь, перезаряжай, сука. Что за гандон там? А почему это выглядело так, как будто в меня что-то кинули? Или это у меня глюки? Блять, ну и что это нахер было? Да что это за хрень-то, блин? Давайте будем еще вот... Не пойми, куда будет этот заморозка сраная улетать. Ну что это за, бля, хрень? И в каком месте, блядь, меня сохранило? Надеюсь, до того, как я аптечку сожрал. Да вообще в жопе мира меня сохранило. Отлично, блядь. Прекрасный выбор, блядь. По крайней мере, я знаю, откуда они выскакивать теперь будут. Мудила. Да ехай нахер. Только теперь в ящиках не пойми, чтобы... А ну лезь сюда, блядь. Не получилось в этот раз ее по-человечески ушатать. В прошлый раз было гораздо веселее. Иди ты нахер, сука, ебаная, блядь. Какого хера? Они то умирают с одной мины, блядь, то нет. Ну что это за хрень? Их разрывать должно в клочья сразу, блин. Меня это уже конкретно бесит, реально. Вот это параша, блин, с минами, блин. Баланс где, блин? Черного и белого. Это просто обидно, блин, знаете ли. В жопу иди, блин. Сколько раз мне, блядь, повторять этот сраный фрагмент нужно будет? Сюда иди, блядь. Тебя только за смертью посылать, блядь. Интересное решение. И откуда ты решил вылезти? А ниоткуда, он решил просто испариться. Сука. Тебя ушатало, надеюсь? Похоже, что да. Судя по тому, что из него выпали запчасти. Кстати, о запчастях. И что бы это значило? Почему, блядь, ты взорвалась-то? Да что не так-то с тобой? Вы что, прикалываетесь? Совсем попутали, блин, уже. Края-то видеть надо, наверное. Просто две мины в никуда, блин. Ну, и как это назвать цензурным словом? Очевидно, никак. Может, хватит? Блять, может, хватит вот так делать? Твою мать, что за нахер происходит? Прекращайте уже. Да ёбаный в рот. Серьезно, бесите, блин, парни. А ну выходите по одному, бляди. Ёбаный в рот, да вы чё, охерели нахер? Блять, да ёб твою маму! Харе!
Я ж все кнопки путаю, блядь. Что ты сожрал только что? Почему маленькую аптечку, блядь? Ну теперь ты уж можно было и большую схавать. Может, вы перестанете выскакивать, блин, из вот из этой вентиляции? Вот конкретно с этой, блин. Че, других нет, что ли? Блядь, шпуха ад какой-то, Израиль. Отпусти меня, чудо, трава, хочется сказать им, как бы. Не иллюзорно намекнуть. Блин. Блин, аптечек теперь не дали ни хрена. И они все, сука, черномазые при этом. Ну, в смысле эти. Апгрейднутые, бля. Интересное решение. Обожди. Пока я тут с инвентарем разбираюсь, чтобы не было всяких приколов, блин, ненужных. Чекпоинт быстро мне запилили, между прочим. А то знаю я эти ваши приколы, блин. Блин, одна комната геморроя на 13 минут. Меня всегда радует, когда вот в этих помещениях, которые типа как бы складские... Ставит, блин, по две вентиляции, из которых может выскочить какая-нибудь шняга. Это, конечно, классно, что куча аптечек, но куда я их дену? У меня места нет, сука. Да, бля. Да, ёпт. Я бы, конечно, с удовольствием уместил это как-нибудь... Только как? Что вот это за хрень? Кстати, что вот это за хрень? В натуре, нафига мне эта параша? А возьмем что-нибудь толковое. Кто там сказал мяу? Я вообще никуда не хочу ходить, блин. Найти бы какое-нибудь помещение спокойное. Затулиться там и не выходить никогда. Блин. А то опасно здесь у вас. А сохраниться вы не хотите ли мне дать, например? Блин, вообще надоело мне выпустить меня с Шмура в натуре. Ты никогда не нашел мое тело, так и не попрощался, когда я была... лежала в морге с остальными... А еще одна случайная жертва. Или, может быть, они превратили меня в одну из них? Манекен, носящий окровавленное лицо. Или что-то в этом роде. Там она стрынданула. У меня 72 патрона для снайперки. Наверное, надо начать ей пользоваться. А то я все время ее экономлю. Знаете-ка что, блин? Знаете-ка, Иван... На всякий случай. Узнаем мы эти приколы. Ага. Тут магазин, во-первых. Ну ладно, магазин мне не особо нужен. Тут наверняка сейф где-то. А вот он, я на него смотрю. А, я круг сделал. Прекрасный... По-моему, я же здесь проходил уже, да? В какой-то момент. А, мне надо отсюда уйти? Вероятно. Наверное, я сделал все, что мне надо было. Я уже не помню, честно говоря. Такие большие перерывы в последнее время между эпизодами, что невыносимо сложно запомнить, что вообще за фигня. А мне места нет, что я буду делать-то? А, ну я могу купить... Да. Вообще мне надо накопить бы на новый армор. Этот, что ли? 40 тысяч? Ну-ну. 20 слотов. А у этого 15, да? Да? Нет? Да? Да.
Хотя бы так. Ну, может, и накоплю. Хрен его знает, не угадаешь тут. У меня начался синдром, короче, конкретно вот пару эпизодов назад. Синдром, блин, Dead Space. Натурально. Когда в него играть не хочется, потому что сыкотно. Потому что постоянно какой-то адский ад и пафосное превозмогание. Я именно таким образом... Почему Zero Gravity? Не знаю. Именно таким образом в свое время в первый Dead Space не доиграл, потому что постоянно было как-то сыкотно. Барьер между нами истощается, Исаак. Я не знаю, что такое тарп. За каждый... Что-то там память, бла-бла-бла. Почему ты настаиваешь, что все, что плохое есть в наших воспоминаниях, это моя вина? Это не про маркер все. Это все про тебя. Окей, как скажешь. Как скажешь. В этом смысле, кстати, YouTube, конечно, довольно полезная вещь. По-моему, кто-то вылез где-то. Или к чему был этот... Бл-да-да-лум? Вот этот музыкальный... А, точно вылез. Здорово. Нахер иди. Так вот, YouTube в этом смысле некоторым образом полезен, потому что в одно лицо сам бы я никогда не стал в него играть, в Dead Space. Изначально. То есть первый, например. Я слышал определенно еще кого-то где-то. Ну как они нот заныкали. Я определенно где-то тебя слышу, но не вижу. Он где-то совсем рядом, блин. Да где ты, паскуда? У меня он в левом наушнике. Звучит. Следовательно, what the fuck. По-моему, он за этим вагоном затулился. Нет? Я не понял, а где тогда? Или вообще где-то за углом? Что происходит? Блять, ты что делаешь? Блять, что ты творишь, Айзек? Ебать тебя в рот! Нахер ты приземляешься каждый раз, когда тебя не просили? Идиот, блядь, тупорылый. Задрал уже, блядь. Только здоровье, блин, просрал. На пустом месте, блин. Как там было прицелиться? Неплохо их, конечно, ушатывает снайперка. Ну ладно, мне все равно место надо было освободить. Эй, что за нахер? Вы что там, говна поели, что ли, все? Вы прямо в ухо мне жарко дышите. Вот ты где, блин. Вы куда эти патроны улетели? Хрен его знает. Сколько я уже потратил? 12? Где-то еще одна паскуда. Ты где, блин? С этого пара мудацкого... Ни хера не видно же, блин. Все успокоились? Можно мне улететь отсюда уже один раз? Куда-нибудь подальше. Чё-то фонари-то вдруг взлетели. Мне показалось, или у меня только что перед глазами труп исчез?
Я только что слышал еще одного, блин. Сколько можно? Я же знаю, что ты где-то здесь. Выходи, блин. По одному. Хрен с тобой. Или хрен с тобой, золотая рыбка. Надоел, реально. Полдня за вами бегать тут, блин, ничего не хватало. Ищи вас тут, понимаешь, блин, свищи. С вещами на выход, как говорят в ОМОНе. Правильно, нахрен ваша зерогравитация пошла. Это то место, где жирная скотина вылезла в прошлый раз, да? Так и знал, что это глюк. Я как чувствовал. Ну, где-нибудь за углом наверняка не только глюк. Почему магазин не работает? А, это мостик, что ли? Вы двое. Блять. Ну, блин, конечно, одна ты... Одна ты, естественно, выжила. Да, блядь, что не так с вами, ебаные уроды, блядь? Вы бесите нахер вот так делать, блядь. Реально раздражает эта параша, блядь. Ну, какого хера я ему прямо в еблет выстрелил, блядь, он даже не отреагировал никак. Вот это реально раздражает. И все время вот с этими мудаками, блин, которые любят выскакивать тут, понимаешь? Блядь. Твою мать, да пошли вы все. Ёб твою маму, 8 раз-то, блядь. Ой, блядь, сука, вы, блядь, бесите нахер. Уроды сраные, блядь. Давайте по миллионы гандонов будет выскакивать одновременно с разных углов постоянно, блядь. И все они разную херню будут творить, блядь. И обязательно они все апгрейднутые будут, конечно, блядь, суки. Ваша мать-то, гандоны сраные, блядь. Нахер иди, блядь. Блядь, твою... Блядь, реально, блядь, еще мудаки эти, блин, которые замедляют, блядь. Откуда эта сука там выскочила, блядь? Ну, лови, блядь, мразь. Да ёбаный в рот! Это что такое, бля? Что это было, бля? Тварина, бля. Сюда иди, падла, бля. Нормально вообще? Он срать хотел на мою мину, блядь. Кто-то же падла. Ну, вообще, конечно, классный подход, блядь. Просто положил, блин, хер, блин, по всей морде. Твою мать. Блин, у меня мины кончились. Это очень печалит меня, на самом деле. Сюда идите, мрази. Вот же сука.
Ща, вам тут не здесь, блин. Тут вам не там, блядь. Мрази. Еще до магазина добраться опять. А, нет, вот пару мин есть. Эту мину я пока оставлю здесь, ну нафиг. Надеюсь, еще жирная тварь какая-нибудь не вылезет. Знаем мы эти, блядь, приколы. Куда мне вообще надо идти? Станок. А хер толку-то от этого станка? Мне станок не нужен, как и кузнец. Впрочем. Блядь, не... Опасность. Спасибо, хоть на какой-нибудь херне не взорвалась. Блин, я уже 30 патронов почти потратил. От снайперки. Да ебаться в рот-то, блядь, вы бесите нахер! Это реально раздражает, параша! Заебись, блядь. Вообще, давай отлично, блин, выпадем на десктоп, блин. Класс. Какого хера ты это сделал, блядь? Пойди спроси, блядь. Ёб твою мать, да блядь, хер вы такие живучие мрази. Да почему трупы-то пропадают? Может, хватит это делать уже, блядь? Как я должен, блядь, патроны восполнять-то, ёб... Ну это же, блядь, ну что это за хрень-то, блядь? То в десктоп она валится, блин, то, блядь, трупы исчезают, блин. Я, блядь, все аптечки потратил, хер вы кучу патронов. Ни на что. Практически, блядь. Ну что это за хрень? Я даже не хочу сохраняться, блин, потому что просто обидно, блин, за все это потраченное. Блять, копишь, потом какая-то херня, блин, вот это, блин. Игнорирование мин, блять, игнорирование моих выстрелов в упор, блин. Просто им насрать на все, блин. Да, иди ты нахер. Чего там? Активировать собираетесь? Я хз вообще, блин. Чтоб я помнил, что называется. Чё тут нажать-то надо? Что значит malfunction? Чё тебе надо от меня? Здесь что-то нужно? Это же были капсулы, по-моему, спасательные вообще. Чё не так-то? Вроде ничего больше не нажимается. А нахрена такие сложности? Почему оно так странно? Решительно нигде. Куда ты идешь, Айзек? Ты что думаешь, меня можно избежать? Я не знаю, что это такое. Отвали, говорит.
Нигде, по-моему, во всей игре не было такого, что надо было держать кнопку, чтобы что-то активировать. Какой хрен это здесь так было сделано? Я поэтому не понял сразу. Чего от меня требуется-то? Я выпрыгнул. Элли, у вас получилось? Мы... Что-то там бла-бла-бла. А, это там... Это там, где он... Я глазик выбил. Я не помню. Надеюсь, вы сами там долетите. Без моей помощи. Да, космонавтости от так себе, Айзек. Что-то она очень сильно на Строса похожа на этой. Да-да-да. Вот ему повезло, блин, с таким количеством кишащим некроморфов на корабле, блин. Можно просто взять и полежать. Фу, блин. Как они любят всякую... Вот это вот... Торчер порн вот этот. Глава 11, какая прелесть. Я правильно помню, что глав всего 12, как и в первой части? Может быть 13, если учитывать босса какого-нибудь в конце. Я помню, что он был, босс здесь. В том смысле, что я даже примерно помню, как он выглядит. Может, еще дамаг сразу. Я просто не помню, может, встретится мне дверь по дороге или не встретится, которую можно открыть. Спешл? А что это за спешл? А еще и поджигает цели. Я даже не знал, что так бывает. А у всех есть спешл? Нет. Хрена себе, сколько нодов в шотгане. А дамаг-то можно изрядно повысить там. А детонатор чё? Спешл какой-то есть. А там чё за спешл? А. Увеличивает радиус взрыва. Интересно. Ладно, пока оставим дамаг как есть. Не, я просто говорю, ну... Если бы была память получше, я бы, наверное, помнил бы. Есть там в дальнейшем, в ближайшем будущем, так сказать, закрытые двери или нет? Так я ничего не могу сказать. 35 минут. Наверное, надо еще немного поиграть, не знаю даже. А то если я начну из 35 минут резать, то останется 2 минуты. Знаем мы эти приколы. Что-то мне это не нравится. А почему, кстати, дохлый здесь и лежит? Во как. Дайте запчасть какую-нибудь. Похер, я имею в виду острую запчасть, ну ладно. Спасибо, хоть мину давали. Что-то это же неспроста, вот эти вот. Вот эти вот штуки, которые здесь посредине тусуются.
Небось опять эти визжащие мудаки начнут выскакивать. Ну точно. Блять. Да ёпта, что ты делаешь? Айзик, ты мудак, так и знаю. Лежать, блядь. Почему у меня не перезаряжено, блядь? Тварь. И, откровенно говоря, надоели их апгрейднутые версии. Они... И не апгрейднутые, бесили, блин, невыносимо, блин. Просто. Типа все, два мудака? Конечно, нет. Как все плохо. Давайте, блядь, вообще со всех сторон. Ёб твою мать-то. Вы в край уже заебали, блядь, меня. Сука, блядь. Ну меня раздражает, что с одного выстрела не сносит им ногу, блядь. Еще, блядь, дитё это какого-то хера вылезло, блин. С хера ли, блядь, оно там появилось? Зачем, блядь? И почему, блядь, каким-то миномет не перезаряжен был, блядь? Реально бесит, блядь. Что это такое? Классно. Просто шикарно, блядь. Взяла и сквозь пол провалилась. Офигительно. Очешуенно просто. Сука, и так нервы ни к черту, блин. На, падла. Понравилось, мразь? Так, как бы так метнуть еще. Все, разумеется, укатилось куда-то. В какой момент вы там начали вылезать, падла? Блять, да ёб твою мать-то! Стоять, сука! Вымораживаете вы меня, блин! Напрочь. Все успокоились, блядь. У меня последняя мина осталась. И та встала, блядь, как-то через жопу. Как обычно, блин. Тварь. Может, вы кончились уже наконец-то? В самом деле, блин. Это же, блин, просто... Через тернии к звездам какие-то, блядь. А можно с обычными какими-то мугилами подраться, не апгрейднутыми мне? Я не знаю. Это просто за гранью как-то. Ну, тут, конечно, были раскиданы всякие штуки, чтобы метать, как обычно.
Фак. Этого определенно было, не, было бы недостаточно. Во-первых, от джойстика ни хера бы не попал бы по ним. Как это чаще всего бывает. Ну, наверное, не знаю. Скорее всего, не попал бы. Да и с клавиатуры, наверное, тоже не успел бы, блин, если прям так подумать. Что здесь происходит у вас вообще? Что ты там не можешь? Короче, все сводится к этой дуре. Окей, я понял. К жене его. Как ее там? Прям никто не выскочит? Даже как-то странно. Что это было? Курлыкает кто-то за углом. А, это мина. Спасибо, мина, как говорит товарищ Михалкова. Как ее, Аня? Спасибо, говорит мина. Ну, я такого вряд ли скажу. Разве что по отношению... Я даже по отношению к своим-то минам такого сказать не могу, бля. Не говоря уж о чужих. Че пометнуть туда? Че я на них? Я все время... Зачем я на них... Постоянно патроны трачу, сам не знаю. Так, я тебя где-то слышу. Что, этого недостаточно? Данила, нахер иди. Ну-ка, ящик, делай свою работу. Я так понимаю, это не тут умирает, потому что это фигня. Вверх вылетает, потом обратно приземляется, и их же самих ушатывает, так что? Поэтому они то умирают, то не умирают. От того, что я кидаю им по лицу этот, ну, штуки всякие. Я бы не отказался от сейва какого-нибудь прямо сейчас. Мне уже сыкотно, откровенно говоря. Слышишь, давай ты так не будешь делать. Давай еще улетишь куда-нибудь с ящик, блин. Я... Вот взял, улетел, блин. Куда ты улетел? Он вообще напрочь улетел. Он просто испарился. Обратите внимание. Кстати, тут еще и какая-то жижа, которая меня замедляет. Не очень хорошо. Наверное, это сыграет какой-то момент. Так, ну эта аптечка мне все равно не поможет. Что еще раз у меня с... А теперь мне все патроны нужны, как бы так-то. Не накоплю я ни хрена 40 тысяч, чувствую. Да и, в общем-то, не больно-то и хотелось. Ну, хотя как, хотелось, конечно. Заради... Да подожди ты, я хотел посмотреть сначала, что за дверь я поясню. Заради большего инвентаря. Чтобы всяких хлам собирать. Слышь ты. Опять какой-то невероятно жирный мудлан сразу же, блин. Конкретно дамага не хватает. Знаете ли. Без апгрейдов.
Не, все, я утомился. Я дальше так дальше не могу, блин. Это же какой-то писец. Ну потому что они постоянно жирные выскакивают. Апгрейднутые версии, блин. И так тяжко играть. А еще и не в таких количествах, блин. Долбанный зелот мод. Что ж там на хардкоре-то творится? Ну, если я пройду игру, а я пройду игру рано или поздно. Пускай через пафосное превозмогание, но тем не менее. Там еще же один уровень сложности откроется. Я, конечно, не буду на нем играть, я же не сумасшедший, блин. Но ё-моё! Что ж там происходит-то? Я даже боюсь себе представить. Ну ладно. А, соответственно, сегодня все. Шарьте лайк эти видео, оставляйте ваш фидбэк нашей книги для жопы предложения и на нашей секции для комментов внизу. Подписывайтесь на канал, ну и до новых встреч в эфире, граждане.